Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Всех почитайте, братство возлюбите, Бога бойтесь, царя чтите. Раби, повинуйтесь во всяком страсе владыкам, не токмо благим и кротким, но и строптивым. Себо есть угодно пред Богом, аще совести ради Божией терпит, кто скорби, стражда без правды. Ну ты, ковыряло, читай, Отче наш. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое. Постой, постой. Не так шибко. Ведь не за зайцем скачешь, успеешь. Отче наш, иже на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Пусть Господь нам будет преградою в нашем пути.
антропоз. За Лихватской. За Лихватской. 5 с крестом. 4 с плюсом. 4. За Лихватской. 4 с плюсом. 5. 5. За Лихватской у меня 5. За Лихватской? Это который... О, двойка. Вот так соус провансаль. Это вы промахнулись. А что такое? Сын нашего полицмейстера. Ну и что ж? Ну, такая мантифоля с уксусом получится. Что? Не понимаю. Но отец. А у меня 5 с плюсом. Одаренный мальчик. Ну, поведение. Переводится. Неверов. Неверов. 4 с крестом. 4. 4. 4. Неверов 4 с плюсом. 5. Неверов 5. Неверов 5 с плюсом. Способный человек. Неверов 4 с плюсом. Перевод. А поведение? Достойно сожаления. Господин Неверов на молитве занимается рисованием. Оно, конечно, заниматься художеством господам гимназистам не запрещает. Об этом нет циркуляра. Но ведь и о разрешении тоже нет никаких указаний. Стало быть, если и дозволено, то не вполне-с. А еще на молитве, господа. Нехорошо. Что? Нехорошо. Да, нехорошо. Господин Коваленко, да не связывайтесь. Я повторяю, господа. На молитве. Недаром у него фамилии-то Неверов. Сомнительные фамилии, господа. И я бы сказал, возбуждающие доверенные нам молодые умы к неверию. А может быть, даже и к неподчинению-с. Да-с. Заключаю. По совокупности всех обстоятельств оставить господина Неверова на второй год. За такую чепуху? Дуралекс-сетлекс. Закон суров, но это закон. Не говорите, господин Коваленко. Мы еще только неделя у нас. Не говорите. Слух может дойти до господина попечителя. Как бы чего не вышло. Конечно, господа, относиться с любовью к ученикам не предписано циркулярами Министерства народного просвещения. Но ведь и о запрещении этого тоже нет никаких указаний в оных циркулярах. И я вообще не понимаю, почему господина учителя греческого языка так беспокоит поведение гимназистов. Это в конце концов дело классных надзирателей. А? Обязанность каждого педагога
следить за тем, чтобы не нарушались правила и приличия. Ибо, если гимназист проявил неуважение к религии, то завтра он может оскорбить царствующий дом. А если еще через несколько дней он будет грабить с разбойниками на большой дороге, то в этом будет повинен не только классный надзиратель, но и господин учитель географии. И вы все, господа. Дикси, я кончил. А против никто не имеет? Оставляется на второй год. Я совершенно не понимаю, Михаил Васильевич, почему этот грек держит в своих руках всю гимназию? Батенька мой, он весь город в своих руках держит. Наши дамы боятся по субботам домашние спектакли устраивать, как бы он не узнал. Боятся помогать бедным, учить грамоте, всего боятся. Батенька мой... Я постарше вас. Я тоже когда-то возмущался и даже однажды 3 дня в Предвариловке сидел. И часовой, который не делает различия между арестантами, говорил мне «ты» и под конвоем водил в отхожее место. Там я многое понял. Где-где, понял? Там. Россия страна казенная. Возмущаться бесполезно. Надо ждать. И пойдем-ка, батенька, на именины. Ну, тет? Да-да, именины. Душенька, разве вы не видите, что еще гости пришли? А я думал, что вы не придете. Да вот знаете ли, Варенька, познакомься. Варвара Александровна. Да Варенька, Варенька, очень приятно познакомиться. Господин Коваленко с сестрой. Прошу любить и жаловать. Здравствуйте. Очень рада. Свадьба. 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 Ну, пойдемте, познакомьтесь с моими гостями. Варвара Александровна Коваленко. Садитесь, пожалуйста. Ну, а мы, душа моя, пойдем с вами займемся кулебякой. 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 А? Какова? Можно сказать, новая Афродита из пены возродилась. Да, женскому полу всегда во всем фортуна. Женщин в солдаты не берут. И на танцевальные вечера им бесплатно. От телесного наказания освобождают. Ну, ты знаешь. А взять чины, чтобы достигнуть, положим, статского советника. Мне или тебе надо всю жизнь протрубить. А какая-нибудь девица в полчаса обвенчалась со статским советником. Вот она и персона. Персона грата. Ну да, я и говорю, грата. Ну вот то ты оно.
От бутылки вина не болит голова, а болит у того, кто не пьет ничего. Налей, налей, бокалы полны, налей, налей, бокалы полны. Проведемте, друзья, эту ночь веселей, проведемте, друзья, эту ночь веселей. Наша жизнь коротка, все уносит с собой. Наша юность, друзья, Ну, пойте, пойте, Иолова. Пойте, волшебная пыль. Да, я не знаю, правда. Ну, хорошо. Браво!
славная у вас сестрица, господин кавалер. Ну, а я и не заметил. По-моему, вертушка. Не замужем, а? Да нет, куда ей? Она всех женихов засмеяла. Шутник вы. Да, Варвара Александровна. Господа, у меня родилась блестящая идея. Драматический кружок его беспокоит. Благотворительный вечер тоже. Скоро, пожалуй, именины справлять не придется. Придется, не придется. Как бы чего ни вышло. Только мы, женщины, можем понять причину его беспокойства. Да, только мы, женщины. И только мы, женщины, можем спасти наш бедный город от его опеки. Господа, их надо поженить. Совершенно справедливо изволить заметить. Поженить. Поженить, господа, поженить. Это такая мантифолия с уксусом получится. Бегу, бегу. Не говорите, душа моя. Господа, наши дамы такую теорему задумали. Совершенно верно. Никто не устоит против женщины. И Наполеон сказал, никто не герой перед своей женой, а? Да, никто не герой. Никто. А как звучен, как прекрасен греческий язык. Антропос. А теперь, господа, фанты. Фанты, господа. Доставай, доктор, микстуру. Перед употреблением взбалтывать. Даже за гадюку. Гляди. Бериков сейчас, кажется, целоваться будет. Как бы чего ни вышло. Зернокая хан тут слава, слава.
нельзя отказываться. Это очень серьезно, это закон. А неподчинение закону, согласно уложению о наказаниях, строго карается. Дура лекс, сет лекс. Хороший день никто не ведаю. Благодарение Богу, благодарение Богу. Бас, на Бога надейся, а сам не плашай. Вот я и говорю, человек сам творец своего счастья. Природа постановила, чтобы человек в известный период своей жизни любил. Ну вот, и люби во все лопатки, а? А, что? И в законе сказано, каждый нормальный индивидуй обязан вступить в брак. О. А? Что? Фу. Ну и духота у тебя здесь. Опять окно заколочено. Ведь уже май на дворе. Всякое еще может случиться. Мороз еще вдруг ударит. Ну? Да. Да. Мороз. А без брака счастья нет. Пришло время благоприятное. Ну и женись. Что тут канитерить, мантифолией с уксусом разводить, а? Все? То мое, мое сердечко стонько, осенний лист дрожит. Понравилась сестрица нашего Коваленко, а? Ты знаешь, я ведь не Дон Жуан. Да, это видно. Да. Вот потому-то тебе, брат, и жениться пора. Надо обдумать. А то как бы чего не вышло. А что тут думать? По-моему, нечего думать. Варвара Санна, хотя бьется много, но девица с душой. Да. Эдакая в ней полнота, формалистика в теле. А как, брат, она поет? Как поет? Не девица, а финик. Девчата! Хлопцы балабуты, балабуты, бейся, богатый, богатый, ага, я в богатый. И богатый гроб. Be the
плачу. И какого черта он сидит здесь? Сидит, смотрит. Чего ему от тебя надо? Не знаю. Слизняк. А бож паук. Братец ваш дурно влияет на вас, а вы его не слушаете. Нравится ему скитаться, ну и пусть себе на здоровье. А женщине, вы меня извините, в 30 лет пора. Пора подумать о своем очаге. Нежный муж, его заботы, ласки, все это молодит женщин. Дарья, еще Анизу. Не дам. Женщина расцветает. Дарья, еще Анизовой. Вот идол несчастный. Ехидно. Эх, крокодил в юбке. Ну, нехорошо. Да, женщина расцветает. Семейная жизнь успокаивает нервы. Да. Опять плутуешь, отец Семён. Клянусь тебе Матерью Божьей, Архангелом Гавриилом, 12 апостолами, не плутовал я на этот раз. Ну не плутовал же я тебе, говорю. Врёшь, священнослужитель. Ну не плутовал же я тебе, говорю, не плутовал. Нижайшую просьбу имею к вам. Да? Что я картами баловался. Не говорите супругу вашу. Какому супругу? Виноват, это я в предвидении будущего блаженства. Виноват. Не говорите господину Белику. Прощайте. Как бы чего ни вышло. Прошу вас, пожалуйста, пожалуйста. Не говорите, душа моя, не говорите, не говорите. Просим. Семейная жизнь есть. Выше, так сказать, квинтэссенция жизни. Аркадия счастливая. Просим, просим графинчик к нам, поскорее графинчик. Не говорите, душа моя, не говорите. Ну, приходите вы домой, а навстречу вам. Почему я не сохнул, почему я не летаю? Кругом тишина, полумрак эдкий, поэтический. А для большего идиотства, или, как там в романах говорят, для большей иллюзии, стол уже накрыт. Вы не спеша подходите к графинчику, наливаете ее мамочку. И опрокидон там выпиваете. А жена, она дрожит за ваше здоровье. Она семенит своими ножками за вами. А ведь ножки, это не то, что наши с вами ножищи. Нет. Это нечто миниатюрное, волшебное, аллегорическое.
Ну, разве вы не видите, что я музицирую? А ну, дыхни, дыхни. Опять нализался? Козел. Господин Беликов, здравствуйте. Очень рада вас видеть у себя. Очень рада. Ну, я вас оставлю. Я пойду в детскую, ангел мой. Не говорите, душа моя, семейная жизнь — это мечта, мираж, иллюзия. Да-с. Представляю себе семейную жизнь с этим чучелом. Карточку у меня выпросил. И, наверное, тоже ее в футляре спрятал. Я совершенно не понимаю, чему ж ты радуешься? Мерзкая рожа, фискал. А я и не радуюсь, Ленчик, я смеюсь. Смеешься? Смеюсь. Смеешься, а сама его принимаешь. Ты будешь лучше с ним в саду, под музыку прошлась. Пойду. Вот и пройдись. И пойду. Пройдись, пройдись, куром насмех. Тебе назло пойду. Надо топить, а летом и без печей тепло. А? Да, чудесное отправление природы. Скажите уж лучше что-нибудь по-гречески. В теплом пальто. А вдруг еще
мороз ударит. А зонтик? Тоже на случай дождя? Ну, знаете ли, всякое еще может случиться. Веселость нрава и некоторая резвость, да я даже сказал бы, игривость, не возбраняются женщине. Да, но только в том случае, если они служат украшению ее добродетелей, так сказать, увенчивают ее. Я, Варвара Александровна, давно уже хотел изложить вам некоторые свои взгляды по поводу... Нас. Я, видите ли, браки, первое место я отдаю религии и нравственности. А я не понимаю, зачем вы мне все это говорите? А, дело в том, знаете ли, Варвара Александровна, да, что я человек правильный. Да-с. Я полагаю, что все человеческие отношения, равно как, впрочем, проявления природы должны подчиняться особым правилам и не выходить из своей орбиты. Правила? Да. Обязанности? Орбита? А скажите, что в греческом языке есть неправильные глаголы? Конечно. Как и в каждом языке, Варвара Александровна. Ну вот. Значит, и правила тоже не бывают без исключения, верно? А, ну, конечно. Да. Ну, знаете что? Я предпочитаю быть исключением из правила. Да-да-да. Так сказать, неправильным глаголом. Так вы не шутите, Варвара Александровна. Это опасные шутки. Нас могут подслушать. Как бы чего ни вышло, Варвара Александровна. Тучи, кажется, собираются, Варвара Александровна. Не пора ли нам домой? Думать предстоящие обязанности и ответственность.
главная ответственность. Женитьба — это шаг серьезный. Да, серьезный. Что? Вот и в законе сказано. Каждый нормальный индивидуль должен вступить в брак. Афанась, а почему ты, братец мой, не вступаешь в брак? Я? Да. Потому что у нашего диакона дьякониха. Нос. Ответствует мне по взаимности. Бал-бал. Так точно. Потому я на Горькую больше и налегаю. Пшел вон. Его высокопревосходительство однажды сказал: мужчина состоит из мужа и чина. Ну, чин у меня есть, а мужем правильный глагол. Его высокоблагородию господину Беликову. Опять ты мне забыл отдать сразу? Может, это письмо от попечителя? Ага. Ты видишь? С печатью? Так точно, с печатью. А может, оно начальника или даже генерал-губернатора. А ты молчал? Так точно, молчал. Но тебя вы в Сибирь закатали. Да если б его высокопревосходительство генерал-губернатор узнал, что ты так обращаешься с его корреспонденцией, он бы тебя в Сибирь закатал. Сибирь. Нас. Мне эта вся история абсолютно не смешна. А мне смешно с ним, понимаешь? Антропоз. Отправление природы. В этом городе даже посмеяться не с кем. А ты, может быть,
Ради смеха замуж за него пойдешь? И пойду. Пойди. И пойду. Пойди, пойди. И пойду. Тебе назло пойду. На тебя это похоже. Конечно. Эх, надоело мне. Что? Да скитаться с тобой, как с актером. Поехала. Догоняй, черт. Заверните это. Прошу-с. Но вы знаете, я имею ведь самые серьезные намерения. Уверяю вас. Женюсь, брат мой. Да. Ничего не поделаю. Женитьба. Шаг серьезный. О, ишь ты! Бери. Мерзкая афишка. Дозволено с цензурой? Да. Может быть, не знаю. Вы все-таки знаете ли, как бы чего. Лучше убрать. Да. Хорошо. Заверните. А он завернет. Нет, не прочно. Вдруг дождь пойдет. Хотел просить у вас руки вашей сестры. Варвары Александровны. Но то, что я увидел вчера, потрясло меня так, что я едва не потерял сознание. Что же вы увидели? Разве тут еще надо объяснять, Михаил Александрович? Разве вы сами не понимаете, что если учитель едет на велосипеде, то что же остается ученикам? Ходить на головах, так? На чем едет? На велосипеде. Да. О том, что вы, Варвара Александровна, катаетесь на велосипедах, об этом узнает директор, дойдет до попечителя. Да. А если кто будет вмешиваться в эти дела, того я пошлю к чертям собачьим. Я прошу вас никогда в моем присутствии так не говорить о начальниках. Вы обязаны с уважением
относиться к властям, да? А разве я говорил что-нибудь дурное про властей? Оставьте меня в покое. Я не люблю фискалов. Фискалом его называют от зависти, душечка. От зависти. Ведь вы знаете, каким почетом он пользуется у начальства. Вот почему. Нет, вы только посмотрите, посмотрите, какая прелесть. В подвенечном платье каждая женщина напоминает Деву Марию. На лице появляется выражение крайней невинности. Крайней невинности. Вы знаете, когда я стояла под венцом, мужчины с ума сходили. Я никогда не была красива, но я всегда была чертовски мила. Я помню, один гимназист хотел застрелиться от любви ко мне. Да ну? Угу. У него не хватило денег на пистолет, и он купил сетку для перепелов. Чудесный гимназист, очень милый. Что? Боже мой. Дева Мария. Дева Мария. Из-за вас обязательно будут стреляться. Обязательно застрелятся. Ну зачем? Ну зачем стреляться? Ну, я не понимаю. Ну я просто устала с вами. Да вы поймите, ну поймите. Ну ведь приданого-то у вас одна гитара. Ну. Да ведь счастье-то к вам так и валит, так и валит. Чтобы быть счастливой, надо еще ночью сварить черного кота. А что? Я совершенно не верю в спиритизм. Я не знаю, что мне делать, с братом, что ли, вашим поговорить? Поговорите. Поговорите с братом. Знаете, вот что он мне скажет, я так и сделаю. Милая моя, милая, ну... Ну, спасибо. Спасибо, родная. Даже от сердца отлегло. Прося одеваться. Ну, если дело зависит от мужчины, я спокойна. Вы человек молодой, Михаил Александрович. У вас впереди будущее. Надо вести себя очень. Очень осторожно. Вы же так манкируете, Михаил Александрович. О, как вы манкируете. Вы ходите в вышитой сорочке. Постоянно на улице с какими-то книгами. А теперь еще тут велосипед. Спокойной ночи. Да? Спокойной ночи. Спокойной ночи. Возьмите ваши футляры. Можете говорить все, что вам угодно. Вы можете говорить все, что вам угодно. Но я хочу предупредить вас. Да? Быть может, нас слышал кто-нибудь. И как бы не перетолковали нашего разговора. И... Как бы чего ни вышло, я должен буду доложить
господину попечителю содержание нашего разговора. Да. Доложите. Да. Осведомить. В главных чертах. В главных чертах, разумеется. Ступай, докладывай. У нас назначают без усмотрения. Надо сначала медицинскому свидетелю подвергать. По болезни и должности. В соседней губернии губернатор. Так у него сахарная болезнь. Разве же это губернаторское страдание? Губернатору надо печень. 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 Вот тогда зажмет губернию в кулак. Дуба дорого. Вот и я тоже говорю. Что самое главное в жизни человеческой, это каланча. Каланча. Да. Это вам всякий дурак скажет. А наша каланча никуда не годится. Почему не годится? Да потому что мала. Дома ее кругом загораживают. Не только ж пожару. Дай бог небо увидать. Спасибо. Люди, твоя и благослови достояние твое, обеды благоверному императору. Самые честные намерения. Я не какой-нибудь вольнодумец. Я вышитых сорочек не надевался, ваше превосходительство. Да, я во всем подчиняюсь закону. Да. Каждый нормальный
индивидуй должен вступить в брак. Да-с, ваше превосходительство, брак, но в брак с особой женского пола, а не с велосипедом. Дозволено кататься женщине, да к тому же девице, а? Какие-то столовые открывают, драматические кружки разрешают. Скоро революцию разрешат. Значит, благонамеренность. Он и в бреду говорит только то, что дозволено. Волга впадает в Каспийское море. Как бы чего не вышло. Надо пойти на поминки. Зачем? Ну, нам не простят, если мы не придем. Слушать опять лицемерные речи? Все его терпеть не могли, а теперь будут петь дифирамбы. Говорят, что покойный, однажды начитавшись газет, проникся такими сомнениями, сам у себя произвел обыск. Хотя не дошел ничего предосудительного, отвел самого себя в участок. Когда он лежал в гробу, мадам, выражение у него было такое кроткое, такое приятное. Даже веселые. А похороны-то какие? Похороны-то какие? Дай бог каждому так умереть. Да, он достиг своего идеала. Пожалуйста, садитесь, прошу вас. Преданный служебному долгу и добрым делам, он не знал радости в жизни, и даже отказал себе в счастье семейного бытия.
А я должен признаться, господа, что хоронить таких людей, как Беликов, большое удовольствие. Вот одна беда. Много их, таких человеков в футляре, осталось еще. Ужасная жара сегодня. Это действует на нервы. Я не понимаю, господа, как вы можете жить здесь? У вас не храм науки, а управа благочиния. И кислятиной воняет, как в полицейской будке. Да, душа моя, выпейте воды и успокойтесь. Я не пьян. Я сегодня трезвее, чем всегда, вижу всю подлость и мерзопакостность вашу. Ух вы, господа, господа, чинодраловы, а не педагоги и учителя. Я еще утром хотел вам сказать, Михаил Александрович, мы, конечно, убеждены в вашей непричастности преждевременной кончине господина Беликова, но в некоторых, я бы сказал бы, сферах, коим мы все подвластны, и расположением которых особенно пользовался покойный, известно о его последнем визите к вам, так печально закончившемся для него. Было бы поэтому спокойнее для вас, я беспокоюсь только о вас, если бы вы оставили наш город. Как бы чего не вышло. Но сестру вашу сие, конечно, не распространяется. Ну вот, у меня от души отлегло. Выпьем за упокой души раба Божия Беликова. Пойдем. Спокойной ночи, господа. Свободно с тобой, Варенька. А разве это не лучше, чем сносить обиды, унижения, лгать, подлечить? Из-за чего? Из-за куска хлеба, из-за теплого угла, из-за чинишки, которому грош цена. Свобода, свобода. Даже намек, даже слабая надежда на ее возможность дает душе крылья. Летать.
Россию.